только бы исполняли их волю, служили оружием против России. Проект «Антироссия», по сути, удивительно, что на Западе этого никто из власть придержащих не замечает. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы. Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. А потому что им, извините за моветон, наплевать. Наплевать на кого? Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Серьезные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами.